Бабье лето сдает позиции. В ночь с 21 на 22 сентября в отдельных районах Самарской области ожидаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. МЧС просит водителей быть внимательнее на дорогах. Возможно, гололедица. Следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. А вот пешеходам рекомендуют одеваться теплее. В такую погоду вполне может случиться переохлаждение организма, которое, в свою очередь, может повлечь различные простудные заболевания. Заморозки опасны для сельхозрастений. Их тоже нужно утеплить, накрыть полимерной пленкой или соломой. В чрезвычайном ведомстве также напоминают, что в случае ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей. Номера указаны на экране.